Индекс греческого рынка ATG в понедельник упал на 6,5% после провала переговоров между Грецией и международными кредиторами. Они прошли в выходные в Брюсселе. Акции Национального банка Греции подешевели на 10,6%, а Пиреус банка на 15,1%. В воскресенье после переговоров европейские лидеры выразили разочарование в связи с позицией Афин. Греция еще на один шаг стала ближе к дефолту и выходу из зоны евро. Впрочем, президент Европейского парламента Мартин Шульц в понедельник сказал, что договор с Грецией по-прежнему достижим. Я думаю, мы должны сделать все, чтобы избежать выхода Греции из зоны евро. Если этого не удастся избежать, то все греки заплатят высокую цену, поскольку в стране в течение нескольких недель начнется кризис. Он будет намного сильнее, чем тот, который они переживают сегодня. А ущерб для европейской экономики вообще невозможно подсчитать. В ближайшие дни Афины должны выплатить ЕС и МВФ миллионы евро в рамках своих долговых обязательств. Кроме того, в июле и августе наступит срок погашения греческих облигаций, выкупленных Европейским Центробанком. Сумма достигает 6 миллиардов 700 миллионов евро. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас настаивает, что дополнительные меры экономии только усугубят бедственное положение страны. За последние годы объем экономики Греции сократился на 25%, а уровень безработицы поднялся до рекордных отметок. Однако, по мнению кредиторов, экономия – единственный способ восстановить экономику и вернуться к росту. Тем временем многие греки, опасаясь финансового краха, перестают оплачивать коммунальные услуги.